По традиции в середине декабря вручается ежегодная национальная премия «Первая пятерка». Приз получает лучший молодой футболист РФПЛ по итогам года. Победителем может стать игрок, которому на момент начала сезона не исполнился 21 год. В 2011 году с большим отрывом победил Александр Кокорин, и он готов поделиться своими впечатлениями. Рад, что собрались в таком составе. Все важные люди здесь. Очень рад. На церемонии Александр явился в костюме инспектора ГИБДД. Здесь была своя предыстория. Накануне Саша уже попробовал себя в роли гаишника на улице Большие Каменщики. В шутку, конечно. И также в шутку большой полицейский чин вручил футболисту лейтенантские погоны. На церемонии было много гостей. Детские тренеры, ребята из спортшколы «Динамо», любимая девушка. Родители Саши нашли дома его школьный дневник и показали собравшимся. Стыдиться было нечего, в дневнике только хорошие отметки. Не обошлось и без подарков. Заместитель главного редактора чемпионат.ком Николай Петросян вручил форварду подзорную трубу. Наверное, чтобы Александр с оптимизмом смотрел в будущее. А в будущем у него отпуск. У нас отпуск до января, а после начну готовиться с командой и наконец-то хочется что-то выиграть. Главный приз Александр Кокорин получил под занавес церемонии. Кто станет лучшим футболистом 2012 года, узнаем через 12 месяцев.